пример, к чему мы должны стремиться, то, что человек должен стремиться к гармонии с природой. И чтобы мы могли удивляться, какой красивый мир. Настя, которая представила... Фелия отдала все свое богатство, которое ему ушли. Попробовать посмотреть на мир, на этот мир, глазами ребенка, глазами, которые имеют чистое сердце. Как сказано в Евангелии, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы рассмотрим значение слов, положительных, да, нравственных. Это, как правило, слова, которые нас приближают к Богу. Они добавляют какие-то свои переживания, очень искренние, детские, и они все это вот как-то стараются отображать в своих работах. Ну так, конечно.